Wait the fuck up, samurai. Привет, братишки, привет, сестренки, друзья мои, подружки и каждый на видео заходящий. И сегодня мы с тобой продолжим путь на аэродром в мире Дейза. Мы с тобой выясним, стоил ли того этот долгий, длинный, тернистый и опасный путь, наполненный голодом и жаждой, трудностями, дикими животными, зомби и другими людьми. Да и в целом с тобой узнаем, стоит ли вообще бегать на аэродром, проделывать этот путь, эти километры и тратить на это время. Или, может быть, есть места куда более интересные. Присаживайся поудобней. Приятного просмотра. На втором этаже. Пустота, нахуй, вообще. Угу. Мебель вынесли, одни раковины, диваны ржавые. На третьем этаже. Четвертый. То же самое, блядь. Табуретка, да, раковина с ванной. Блядь, всю мебель спиздили. Просто, нахуй. Голяк. Пятый. На крышу не полезу. Да я тоже. Нахуй, короче, многоэтажки. Да, блядь. Ебать. Дай ты меня, блядь. Вот опять. Заблочил. Ты нахуй сквозь текстуру провалился у меня просто. А у меня я просто в тебя влетел. На голову тебе забрался и упал с тебя, блядь. Ладно, в общем, херобора. Пошли отсюда. Ну, теперь знаем, что нечего тратить время на эти многоэтажки. Не будем мне заходить больше. Давай, ты вправо деревянный, я в левый. Вот. Открыто здесь. Угу. У меня пока чисто. Да, второй тоже чист. Причем от всего. От людей. От лута. От всего. Чисто. Пошли дальше. Ладно, пошли на лес. Говнопатроны какие-то. Ладно, похер, пошли. Ангар чист. Панама. Нужна Панама, блядь. Оранжевый. Классный лук. Блядь, мы прошли в центр карты. Военный открыл. Нихуя не встретили людей практически. Тебя переехал медведь. Блядь, здесь этот боб-строитель. Так вот. Ни людей, нихуя вообще, ни лута. Нахуй бегать сюда. Давай ко мне тогда. Контейнеры долутаем. Я перелезу. А, окей. Не, ну реально. За все это время, за весь этот путь, который мы проделали по настоящий момент, нам не встретилось ничего интересного, кроме переехавшего Пашу Медведя и пацана, который нас наперил. И то, к сожалению, с ним повоевать мы не смогли. И все, кроме проблем с едой, мы не встретили здесь абсолютно ничего. Ни еды, ни какого-либо ценного лута. Ну и смысл проделывать весь этот путь, чтобы по итогу наткнуться ни на что. Я пока не знаю, надеюсь, что на самом аэродроме будет что-то действительно стоящее. Ну или в следующий раз мы просто сюда не пойдем и будем искать какие-нибудь более интересные места. В лесу пока чисто, не вижу ничего.
А, нихуя ты уже там пробежал. Да-да, внутрь забегайте. Да, хорошо. А я чекал, сидел, блядь. Как нормальный человек. А ты устроил раш по центру, блядь. Вот отсюда чекай. Ну ща, погоди. Тем более ты тоже можешь это сделать. Да, сейчас я уберу. Тут тир 4 лут. Круто. Блять, даже не слышу ничего, слушай. Очень тихо. Чё-то не зомбарей. Не людей. Я бы сначала все равно в бандиткап зашел. Интересно посмотреть, что это. Может, какая-то безопасная зона? Поэтому тихо так. Ну пошли, пошли. Пробуем зайти. Ой, блядь, не ты колючками туда. А как туда попасть? И здесь, блядь, тупик. Ты в башне? Да. Ага. Ну я просто зашел куда-то. О, блядь, куртка. Погоди-ка, нахуй. Не зря пришли. Весь путь стоил того, чтобы ты нашел куртку. Слушай, студия по карте, это вообще на дороге. Мы, походу, не туда завернули. О, вода. Погоди. Да, у меня еда по пизде опять. Так, а там точно вода, блядь? Да. Может, тут будет что пожрать купить. Готов? Да. Пошли. А вот и вход. Сумка. Тетрис и дело уголовное. За 20 тысяч, короче, продал бандитам уголовное дело. Ебать звучит. Блять. Какая ирония. Бинты. Аптечки, всякая хрень для строительства. Возьму аптечек. Наркота. Бля, в натуре бандиты. Купили уголовное дело и продали наркоту. По кайфу. Жратвы там нет? Да, вот же ищу. Не, наркота тут, походу. Кокаин хочешь? Ну похуй, значит. Взрывчатые вещества всякие. Отмычка. Ключ-замок. Биткоин. Бля, что за хуета? ССД. Хуета, короче, слушай.
Где птички-то? Все, это все? Пипец. Надо птичку? Не, не надо. Значит, одна купилась. Вторую не нашел. Да, сейчас я посмотрю, что я смогу продать ее. Да, ретро той продал. Да, да, вот там стоит десятку. Так, куда двинем? Аэродром, давай. О, слушай, выстрел, давай-ка мы отсюда на. Куда предлагаешь? Направо сейчас там определимся. Первый выстрел за последние пару дней, наверное. Слева выстрел, сзади. На аэродроме, походу. Нам туда бы. Слушай, кто-то очень меткий стрелок. Так. Смотри, здесь бараки. Ну что, заходим потихоньку. 200 метров стреляют. Думаешь? Да, похоже на аэродром. Ну что, пошли? Да, я перемотаю сейчас. Еда красная, блин, ХП уходит. Я их как поставлю. Ага. Куда идем-то? Да, на военку здесь, посмотрю, что там есть. Пошли. Прохожу. Ага, захожу тоже. Все двери открыты. Да понятное дело. Блять. Перед носом у меня закрыт. Бывает. 5.45 на 39. Большой рюкзак, нахуй, на 120. Полевая радиостанция. Достойный лут. АЕК. Как по мне, так интересного нихуя. Пошли следующий. Лем первого уровня. Еще ремень, куртка. Граната. Это мы берем. Паш, такую шлемку мне надо тебе? Вообще. Я взял, короче, шлем Ронин. Но не могу его надеть. ХЗ. Противогаз. Заберу на всякий. Все, шлем взял. Ты возьми такой же, как у меня шлем. Так, я взял Ронин. Тоже второго уровня. Ну, не знаю. Это выглядит посимпатичнее. Понадежнее, точнее, даже. Я думаю, они одинаковые, просто модельки разные. Направо? Ой, не факт. Большой барак. Закрываю. АК-15. Разъебанный броник. А внутри первого. Так, смотри, можем сейчас. АК-15, калибр 7.62-39, надо тебе? Я в курсе, да, мне не нужно. Ладно. Тихо. Что-то скрипнуло слева. Не слышал. Ладно, выходим прямо, идем.
А куда там? А там контейнеры военные, бараки какие-то есть. Ну, контейнеры не очень бы хотелось трогать, шумно. Их последнюю очередь. Да, барак. Ну, по карте я вижу. По карте я вижу, что много бараков. Давай. Ну да. Лут достойный чемпиона. Целая нихуя. Пошли вон слева барак, вот этот. Так, вход не здесь. Еще где вход у меня, блядь? Мы здесь были? Нет. Да. Вот радиостанция, АЕК. Да, ну тогда здесь только что лут зарезался. В смысле? Магазин на UMP и еще какая-то хуйня. Он был. Был рюкзак вот этот. Ага, да, ну ладно. Выходим тогда налево. Да, да, налево. Да, мы будем, ты прав. Конечно, я прав. Че, к тому бараку идем? Да, давай. Это какой-то пиздец, слушай. И ради этого мы сюда припиздили. Гранатки еще нашел. Хороший прицел, в принципе. Тактикал МП5 нужен? У меня есть. Зачем еще одно? Магазин сниму тогда. Патронами? Да, 40 патронов. Нормально. Да. Давай, пошли. Угу. Следующий такой же барак напротив. Броник второй, медиум. Так, здесь дверь закрыта. Одна. Тут кто-то раздевался. Готов? Угу. Чисто. Хорошо. Так, я бы броник все сменил. Меняй. Левел 2 баллистик. Норм. Здесь есть левел 2 медиум. Ну что, у меня опять хп уходит. А что у тебя красный? Еда. Пошли вот в большой барак. Готов? Пошли. Впереди сумка. Все закрыто. Угу. Так, тут чисто. Сумка говно. Ты там все проверил, да? Ага. Пошли на второй? Да, погнали. К-12 магазином. Снимаем магаз. Да, он пустой. Так, я там все обыскал. Угу. Подожди, вот коробка 45 АЦП. Мощно. Я на первый спустился. Давай сейчас.
Гранатки можешь пригодятся. Надо с едой что-то делать. Да, у меня у самого нахуй уже оранжевое давно. У меня красный, у меня хп уже убавляется. Так, пошли в другую сторону, выходим. Ты же здесь посмотрелся. Не-не, как мы пришли, так и давай выходим. Готов? Да, давай. Вот этот слева. Смотрим. Каска, блядь, что за хуйня? Мишка, ёпта. Чё за, блядь? Он не берет. Ну ладно, хуйня. Пошли дальше. Здесь мы были? Нет. Угу. Давай вот в это здание. Это гаражи. Заебись. Да, в красное. Чисто здесь. Еще один первый. Первая каска, большой рюкзак. Что это такое? Непонятно. Ладно, хрен с ним, пошли дальше. Красный зашел. Да я вижу. Левел 2 Defender. Жилет, жилет. Рсаска. На второй пошел. На втором рсас. Я ее заберу. Магазин еще, да, на СТГ лежит. Угу. Боевые перчатки. Все? Да. Угу. Так, сейчас налево тогда. Да, давай. Открыл. Зашел. Двери закрыл. На второй поднимаюсь. На второй за тобой зашел. Черный рюкзак маленький. Патрульные штаны. Кепка. Я там был, Паш. Ага. Я специально пошли. Закрываю дверь. Так, там дальше крыша, я на крышу не полезу. Угу. На первом. Спускаюсь на первый. Давай. Ну и залупом. Так. Поехали? Да, давай. Пометку дал. Вижу. Закрыл. Угу. Рюкзак чисто. Так, я рискну на расконсервами. Да, у меня тоже красная еда. М14 взял. Хорошо. Ну,
Была не была. Загадочные консервы. Настало ваше время. Сейчас спускаюсь. Угу. Все, не жирай только сразу. Погнали. О, я прям чуть-чуть съел и сразу три полоски еды и воды.